Ну что, всем приветики, пистолетики после майских праздников. Сегодня 14 мая, и уже сегодня мы выезжаем в город Ярославль для того, чтобы там супермощно провести время. А это был Толя Цой, у которого, я напоминаю, вышел новый альбом. И в Ярославль мы выезжаем немножко другим нестандартным составом. В этом выпуске вы познакомитесь с новыми героями. Толя, где твой релиз можно прослушать? На любой музыкальной площадке. Слушай, качай и наслаждайся. А мы выезжаем в Ярик. Ром-дом-дом, ром-дарам-дарарам. Мы выезжаем в Ярославль. Это, наверное, об этом все уже сказали, да? Ярославль! Перерывчик маленький, не знаю где мы, но мы на заправке, и время сбросить вес. Давай, Лина. Бабки текут, все хорошо. Бабки текут. Новый девиз Лехи Савко. Я не увидел, но то лицо я доверяю. Плохое я не посоветую. А, сейчас ноги в камеру, как дам? Ой. Командир Александр Михайлович, заводите танку в порт! Кушайте сладости, и будет два как бы момента. Шутка не придумана, скорее всего, вы не вырастете. Ярославль нас встречает. Типа Ярославль, мы приехали. А что так мокро, что так сыро? Находимся в ресторане Собинов. И здесь вкусно, стильно, красиво и мощно. Ярик, я считаю, что вы должны отдыхать именно в этом заведении. Приятного аппетита. И сейчас будет общение с местными блогерами, которые проживают в этом чудесном городе. Сколько лет, как зовут социальные сети? Мне 4 лет. Как тебя зовут? Меня зовут Лина. Мы находимся. Прям вот так и будем снимать, да, вставляй. Мы находимся на Ярославской набережной и восхищаемся прекрасными видами Волги. Посмотрите, обратите внимание, Алина уже не потерялась. И сейчас мы на площади в Ярославле, собственно говоря, она сейчас пилит контент, зарабатывает деньги. Так что давайте пойдем и поддержим. Очень нравится Ярославль. Очень красивый исторический город. Я сам учитель истории по профессии, но, к сожалению, я не знаю историю. Так бы сейчас ходил, вам рассказывал, потому что наверняка бы вам что-то рассказал. То, ребята, под дождь попали. Всего лишь дождь. Мы приехали в Мятный Джо. Это мое второе имя. Называйте теперь меня Мятный Джо. Все. Лайк, подписка, коммент.
пушка. Пушка студия, вы просто посмотрите. Честно, открыто, объективно. Это лютый стиль. Это лютый секс. Ребята, мы в Ярославле, это блогерская студия для всех тех, кто с нами. Для тех людей, которые с нами в партнерстве. Для тех людей, которые хотят, черт возьми, ворваться в большую игру. Короче, кайфуй, все сделано для тебя. Снимай, радуйся, веселись. Такие вот потрясающие парты я видел только в американских фильмах. И теперь они есть еще в нашей студии в Ярославле. Тебе нравится? Да, очень стильно. Я считаю, что здесь можно свадьбу сыграть. Это юмор, да, был? В ноябре день рождения. Нет, конечно. С днем рождения тебя. Расти большая. Спасибо. Помни, спасибо, что 42, не надо стесняться, это нормальный это возраст. Это не приговор. Молодец. Это не приговор. Спасибо большое, это еще мне так это приятно впереди. И так важно это услышать. Ее погнали! Мы делаем то, что любим, и любим то, что делаем. Раскачиваем полные залы своими простыми темами. Но плевать на порядке коровы, моды и стиля. Одна болванка, три микрофона, три МС. Линия до оранжевого Каена. Зато есть стены пару сотен людей, знающих, что цава тема. И божьих на клипы мы брали на ротации. Важно, чтобы парни с местности смогли качаться на качелях. Мы приехали в Ярославль, а именно колесо обозрения. Ну что, мы прыгнем в колесо обозрения, нас закрыли и отправили далеко наверх. Мы летим. На базе мы уже, собственно говоря, в ТЦ Рио. Вот-вот начнется программа. А пока нежданно-негаданно. Ну-ка посмотри сюда. Эй, олды, привет! Вы знали? Это Дэн Петров, участник Дома 2. Нет, солист группы Челси. И он сегодня с нами в Ярославле. Необходимо правильное и грамотное продюсирование, чтобы человека направить. Безусловно, сейчас соцсети постоянно развиваются, и многим просто не хватает этих знаний. Помогут вам стать крутыми и развиваться в социальных сетях. Это можно монетизировать и можно купить себе Porsche Cayenne. Правда, у меня Toyota. Through the crowd.
все про нас, это Inside People и наша с вами история Ярослава. И вы теперь часть истории и часть Inside People. Ярославу! Спасибо большое, очень большое любопытство. Приветики-пистолетики, это снова я, Леша Савко, и пришло время прощаться. Ярославль, чудеснейший город с прекраснейшими людьми, невероятная атмосфера, нам очень понравилось, действительно у вас прекрасно. Что хочу сказать, концерт был? Был. Фотки были? Были. Студию открыли? Открыли. Скоро запустим. В полном объеме, где будет кипеть большая работа. Мы отправляемся в Москву. А вы продолжаете смотреть наши видосы и следить за проектом Inside People. Вся важная информация в инстаграм-аккаунте Inside People. Ссылка в описании. Пока!